В Музее Победы открылась традиционная выставка «Город мастеров». Более 60 ангарских педагогов представили свои работы, выполненные разными техниками. На выставке представлено около 200 экспонатов. Помимо уже известной графики, рисования шерстью и росписи по стеклу, горожане могут познакомиться с новым направлением. Ну, пейп-арт – это от английского пейп-бумага, да, арт-искусство. Это, значит, с помощью бумаги имитируются какие-то другие виды прикладного искусства. Маскируются под чеканку, может быть, и так далее. Выставка будет работать 2 недели, а 26 марта организаторы подведут итоги. Победителей ждут дипломы и ценные призы.